Перед Новым годом стоит завершить все дела и закрыть долги, в том числе по коммунальным услугам. Тем более, что гарантирующий поставщик подготовил для ответственных жителей Челябинской области приятные сюрпризы. Компания «Уралэнергосбыт» имеет добрую традицию каждый год поощрять добросовестных плательщиков и дарить подарки. В этом году у нас также приготовлено много подарков. Это и смартфоны, и планшеты, и сертификаты на бесплатную электроэнергию. Чтобы их получить, челябинцам, которые являются одновременно клиентами «Уралэнергосбыта» и «УСТЭК Челябинск», нужно передать показания в ноябре и декабре по электрической и тепловой энергии. По этим же услугам оплатить все начисления, в том числе и за декабрь. Я плачу вовремя, не задерживаю показания и по воде, и по электричеству. Я советский пенсионер, всегда вовремя, законопослушный, в один день 10-го всегда. Кстати, приятные сюрпризы ждут и жителей области. Среди них разыграют смартфоны и сертификаты на электроэнергию на 3000 рублей. Нужно только передать показания по электроэнергии в ноябре и декабре, а также оплатить начисления за свет до конца года. Итоги подведут уже в 2024 году. Из участия в акции исключаются сотрудники организатора, а также потребители, имеющие задолженность, в отношении которой ведется исполнительное производство. После этого мы учитываем все платежи, которые произвели нам потребители, включительно по 31 декабря. Акция пройдет в несколько этапов. Чтобы пройти в следующий, нужно обязательно передать показания. Не забудьте это сделать до 25 ноября. Передать показания можно через приложение поставщика, единый расчетный центр, через банковские сервисы или по телефону. Ренат Бояков, Венера Каримова, Сергей Олейник, 31 канал.